Еще один представитель профсоюза, лидер профсоюза бортпроводников Илона Борисова. Сегодня у нас 22 сентября, в центре Москвы проходит митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Ну, сейчас я пробежаюсь к этому митингу и собираюсь снять, что там происходит. Народу, к сожалению, все-таки не очень много, я бы сказал, даже мало. Вот издалека слышу голос Зюганова. Что-то народ у нас не ходит на митинги в защиту своих же пенсий. Причем митинг разрешенный. Не знаю, почему так мало народу приходит на такие роды митинги. Да здравствует наша тысячелетняя держава! Да здравствует социализм! Да здравствует трудовой народ! Ура! Ура! И вместе с Геннадием Андреевичем мы говорим: нет доверия партии повышения пенсионного возраста. Нет доверия. Нет. Мы требуем остановить продвижение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Требуем. А теперь в исполнении народного артиста России Василия Овсянникова и вновь продолжается бой. Добрый день, дорогие друзья! Капиталистам долой! Очень поганый метлой! 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 За закон на пенсию уволить завтра. Кто?
закон на пенсию, уходим завтра. И добавлю, на минимальную, больше нельзя платить в закон. И последнее. Если народ хотят просто ограбить, просто задушить, то референдум, который инициирован нами, Компартия Российской Федерации, пытаются задушить в объятия. Я думаю, что такой закон ни правительство, ни Дума не имеют права принимать, не спросив народ. И я предлагаю проскорректировать все вместе. Несколько слов. Первое. Все, кто уверял, что наш протест не имеет никакого смысла, глубоко заблуждались. За эти 3 месяца мы так подняли страну, мы так воодушевили народ, что в России сформировалась уже новая политическая реальность. Власть делала вид, что не замечает наши протесты. Власть запретила референдум. Но мы 9 сентября провели народный референдум, и по его итогам «Единая Россия» провалилась! Если вы... И пусть власти запомнят, пока у них еще есть шанс решить все эти вопросы цивилизованно. Если они будут и дальше идти путем репрессий и преступлений, у нас не останется другого выхода, как убрать их с политической сцены, сменить политический курс и привести к власти коммунистов, патриотов, тех, кто действительно возродит Россию. Согласны? Да! Поэтому сегодня мы все вместе говорим: позорной пенсионной реформе нет, фальсификаторов выборов под суд. России нужна новая власть, России нужен социализм, России нужен левый поворот, и мы будем бороться до конца, до победы, и обязательно победим! Ура! Предложить вашему вниманию подготовленные проекты двух
резолюции. Обратите внимание, было в 2011 году. Организаторы этой провокации уже давно уволены из органов внутренних дел. А преследование нашего товарища продолжается в Жаковке. Мы считаем, что приговор этому скандальному делу вынесен не в России, в России. Oh,